Добрый день, уважаемые коллеги. Рады вас в очередной раз приветствовать в пресс-центре Счетной палаты. Мы пригласили вас на пресс-конференцию аудитора Счетной палаты России Сергея Анатольевича Огопцова. Тема – это результаты проверки акционерного общества курорта Северного Кавказа. Вот, работать будем в следующем режиме, наверное. Я Сергея Анатольевича, об итогах рассмотрения вопроса на коллегии. А потом вы сможете задать вопросы. Прошу представляться, как обычно. Еще раз здравствуйте. Пожалуйста, Сергей Анатольевич. Спасибо большое. Уважаемые работники средств массовой информации, уважаемые коллеги. Значит, сегодня состоялась коллегия Счетной палаты, где рассмотрен указанный вопрос. Хотелось бы отметить следующее, что это плановая проверка. Именно проверка расходов государственных средств, получаемых акционерным обществом курорта Северного Кавказа, уставной капитал на создание и развитие туристско-рекреационных особых экономических зон. Она была запланирована еще в 2012 году, и мы начали ее в декабре 2012 года. Вот завершили буквально на днях, внесли вопрос на коллегию и сегодня рассмотрели. Значит, я хотел бы остановиться на ряде принципиальных моментов. Я тоже внимательно слежу за СМИ, о том, как освещались материалы, которые вы или ваши коллеги разместили на сайтах, на страницах газет, определенных телесюжетах, поэтому я не буду повторяться. Но на ряде принципиальных моментов считаю необходимым сосредоточиться для того, чтобы понятна была ситуация, как развивались те или иные вопросы в ходе создания и функционирования ООО «КСК». КСК – это курорт Северного Кавказа, поэтому, чтобы так долго не говорить, буду называть в сокращенном режиме. Итак, ряд принципиальных моментов. Первая ситуация с имущественным комплексом. Значит, в соответствии с постановлением правительства 14 октября 2010 года, номер 833, предусмотрено создание туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея. На финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с созданием туристского кластера, из федерального бюджета предполагается направить около 60 миллиардов рублей. Для целей формирования вот этого кластера на Северном Кавказе в декабре 2010 года и было создано ООО «Курорты Северного Кавказа». Учредителями выступили Внешэкономбанк, он внес в основной капитал 350 миллионов рублей, Сбербанк 50 миллионов рублей и ООО «Особые экономические зоны» 14,8 миллиарда рублей. Таким образом, на сегодняшний день в уставном капитале компании внесено 15,2 миллиарда рублей, из них из федерального бюджета 14,8 миллиарда. От имени правительства России Минэкономразвитие заключило с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями 7 соглашений о создании особых экономических зон. Как показала проверка, выполнение установленных в соглашениях мероприятий по созданию туристического кластера осуществляется с отставанием. И отставание – это очень большое, порядка одного года. Что недоделано? Недоделано не оформлены до конца земли, не проведена инвентаризация имущества, земельные участки не переданы в управление и распоряжение Министерства экономического развития. Вот эта нерешенность вопросов в сфере землепользования влияет на начало процесса реализации самого проекта туристического кластера на Северном Кавказе. Соответственно, приводит к срыву сроков подготовки и планировки территории туристических зон, задерживает начало проведения проектных и изыскательских работ на этих территориях и отрицательно сказывается, соответственно, на привлечении инвестиций. При этом Минэкономразвитие в декабре, несмотря на то, что вот это не было сделано, это было оговорено и в постановлении правительства и в соглашениях, значит, Минэкономразвитие в декабре 2012 года заключает с курортами Северного Кавказа 3 соглашения об управлении зонами туристско-рекреационного типа на территориях Северной Осетии, Алании, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, на основании которых Минэкономразвитие и делегируют управление объектами особых экономических зон КСК.
Однако передача указанных полномочий не является правомочной. К такому выводу мы пришли в результате нашей проверки. Поскольку до настоящего времени ни по одной из особых экономических зон на Северном Кавказе, как мы уже говорили, не подписано соглашение о передаче субъектами Российской Федерации в управление и распоряжение Министерства экономического развития вот этих объектов недвижимого имущества, а именно земельных участков, которые находятся либо в государственной, то есть региональной собственности, либо в муниципальной собственности. Второй принципиальный момент, он связан с разработкой концепции. Хочу, чтобы здесь тоже было понимание. Значит, в начале разработку концепции начали осуществлять до образования ОАО «Курорты Северного Кавказа». Головным здесь являлось Минэкономразвитие. В феврале 2010 года при Минэкономразвитии был сформирован экспертный совет по подготовке проекта туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе и Краснодарском крае. В состав экспертного совета вошли вице-президент Олимпийского комитета Билалов Ахмед Гаджиевич и председатель совета директоров группы компаний «Росинжиниринг» Новиков Дмитрий Эдуардович. После образования КСК работа продолжилась под эгидой непосредственно КСК. Так вот, в течение двух лет КСК направляла в Минэкономразвитие России 5 раз проект концепции, каждый раз дорабатывая ее с учетом замечания заинтересованных министерств и ведомств. КСК заказывает работу по разработке концепции ЗАО «Росинжиниринг». Стоимость услуги составляет 71 миллион рублей. Кроме этого, с целью проработки замечаний Минфина России на этот проект концепции, курорты Северного Кавказа заключают договор с ООО «Эрнст энд Янг», оценка и консультационные услуги, и также проплачивают за эти же проектные работы, работы по созданию концепции 131,9 миллиона рублей. Параллельно, по поручению Минэкономразвития, курорты Северного Кавказа работали над разработкой концепции по созданию и развитию прибрежного кластера в Республике Дагестан. Для ее разработки КСК заключает договоры с компанией СПДМ Австрия на сумму 8,5 миллионов рублей и опять же с той же компанией Ernst & Young на сумму 2,8 миллиона рублей. Кроме этого, в рамках разработки концепции по обеспечению кадрового потенциала в Северо-Кавказском федеральном округе КСК заключает договор с фирмой ООО «ЭБС Экспертиза» на сумму 14 миллионов рублей. Плюс еще КСК занимается разработкой авиатранспортной концепции для региона Северного Кавказа, для чего опять привлекает компанию Ernst & Young, проплачивает ей 48,9 миллиона рублей на те же самые консультационные услуги. Таким образом, заказывая концептуальные разработки, только на оплату консультационных услуг израсходовано 277 миллионов рублей. При этом следует отметить, что до настоящего времени концепция создания туристического кластера в Северно-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея не утверждена правительством. Другие концептуальные разработки также не нашли своего отражения в нормативных правовых актах Российской Федерации. Следующий принципиальный момент – это расходование государственных средств, полученных курортами Северного Кавказа. В результате неэффективных управленческих решений государственные средства, выделенные на создание зон туристско-рекреационного типа в 2010-2012 годах, значительно превышали реальные потребности. Так, в различные периоды от 3 до 10 миллиардов рублей свободных денежных средств КСК размещала с целью получения процентного дохода в кредитных организациях. Доп-доходы по этому направлению составили около 600 миллионов рублей. В основном они использовались в интересах деятельности самого акционерного общества. Свободные денежные средства размещались на депозитах в ООО «Газпромбанке», ООО «Банк ВТБ», «Сбербанке», «Альфа-банке» и «Банке Национальный банк развития бизнеса». Следующий принципиальный момент. За период с 2010 по 2012 годы ООО КСК израсходовали более 3 миллиардов рублей, в том числе на инвестиционную деятельность 2,4 миллиарда рублей. Как показала проверка, КСК в свою
Основную деятельность по реализации проекта по созданию туристического кластера осуществляла через агента. Этим агентом являлась ООО «Первая горностроительная компания», которая, в свою очередь, привлекла в рамках договора подряда еще одну компанию – ЗАО «Росинжиниринг». Вот эти вот два основных фигуранта, они будут везде у нас фигурировать. Единственным участником ООО «Первая горностроительная компания» является созданная и зарегистрированная в республике фирм компания «Уставной капитал 1 000 000 рублей». Значит, уставной капитал ЗАО «Росинжиниринг» на дату заключения договора – 1 000 рублей. Вернее, 10 000 рублей, да. Анализ выполненных подрядчиком работ показал, что, по сути, договор подряда, заключенный ООО «КСК» с ЗАО «Росинжиниринг» на выполнение базового инжиниринга, является договором на подготовку пакета материалов для проекта планировки территорий, созданных в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации зон туристского рекреационного типа. Однако на дату заключения договора с «Росинжинирингом» отсутствовало решение Минэкономразвития России о подготовке документов проекта планировки территории. Кроме того, планировка территории может разрабатываться только после проведения инвентаризации недвижимого имущества, в том числе и земельных участков, уполномоченным органом Минэкономразвития и получения прав на земельные участки. А это, вы помните, этого не было сделано. Таким образом, для заключения договора подряда с ЗАО «Росинжиниринг» правовых оснований не было. За выполненные работы КСК перечислила ЗАО «Росинжиниринг» в 2011-2012 годах 537,5 миллиона рублей и еще 96,4 миллиона рублей аванса. Одновременно ООО КСК оплатила агентское вознаграждение ООО «Первая горностроительная компания» как агенту и техническому заказчику по организации и приемке работ от ЗАО «Росинжиниринг» в сумме 275,3 миллиона рублей. Я думаю, что не вникая в содержание договоров, я уже запутал, кто кому, что и за что платил. Так вот, мы детально проанализировали все эти договора, посмотрели, сопоставили, кто за что и чему платил, и мы поняли, что разобраться там практически невозможно. Почему? В связи, во-первых, с отсутствием четкости в определении и содержании основных понятий и терминов, базовых для ООО КСК, это агентского договора и договора подряда. Кроме того, неоднократном переутверждении состава отчетных материалов, сроков исполнения, корректировки и изменения перечня мероприятий, изменением требований к составу отчетных материалов, неоднократном изменении общих сметных затрат проекта, фактически проконтролировать и сказать, что эти затраты были обоснованно произведены, не представляется возможность. Я думаю, тут сейчас правоохранительные органы, о которых я чуть позже скажу, будут заниматься, они детально разберутся в этой ситуации. Но пока мы видим по некоторым позициям задвоенность оплат и задвоенность работ. Нужна более детальная оценка. Следующий момент. Около 800 миллионов рублей обществом направлено на деятельность, связанную с рекламой туристического кластера в информационном пространстве, операционную деятельность и финансовое вложение в дочерние общества. Зачастую указанные расходы завышены, экономически неэффективны и не приносят ожидаемого результата. Расходы на участие в выставках и форумах обошлись обществу в 176 миллионов рублей. Ну, материал известен по СМИ, я не хочу здесь повторяться, будут вопросы, отвечу. Но общая сумма 176 миллионов рублей. Практически то, что есть в СМИ, и то, что дал Генпрокуратура, мы здесь коррелируемся, друг друга подтверждаем. Дальше, командировки 64,8 миллиона рублей. При этом нормы и лимиты общества на командировки значительно превышали нормы возмещения расходов по найму жилого помещения и суточные, установленные правительством России для работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. Неэффективными мы признаем и расходы общества, связанными с арендой офисных помещений, расположенных в центре Москвы, 172,4 миллиона рублей. Содержанием служебного автотранспорта 5,3 миллиона рублей. Предоставление жилья для сотрудников 10,4 миллиона рублей. Предоставление жилья было обусловлено и командировочные расходы во многом тем, что подавляющая часть сотрудников имеет постоянное место работы здесь, в Москве. Это 95% сотрудников. Тем временем
само общество зарегистрировано в городе Пятигорске. Основная деятельность, как вы понимаете, сосредоточена на территории Северного Кавказа. Следующий момент. В проверяемом периоде значительные средства были предусмотрены обществом на компенсацию расходов членам Совета директоров ООО КСК около 22 миллионов рублей. Из отчетов, представленных КСК, в качестве обоснования расходов, произведенных членами Совета директоров, не усматриваются, какие юридические и иные действия Совета директоров реально совершались в интересах общества. Представленные отчеты содержат информацию о проведенных встречах с теми или иными лицами, однако из этой информации не усматриваются интересы общества. Следующий принципиальный момент. В составе расходов ООО КСК числятся расходы в сумме более 2 миллионов евро, направленные на оплату авиаперевозок членов Совета директоров компании, сотрудников КСК, а также лиц, заинтересованных в процессе, задействованных в процессе обсуждения совместных перспектив участия в создании туристического кластера на Северо-Кавказском федеральном округе. Договор на организацию авиаперевозок заключен с фирмой, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Из отчетов, представленных ООО КСК в качестве обоснования указанных расходов, зачастую также не усматриваются интересы общества. Следующий принципиальный момент – анализ исполнения инвестиционного плана. Показано, что общество осуществляет свою деятельность с низкой эффективностью. Выполнение инвестиционного плана осуществлено в 2011 году на 54%, в 2012 году на 21%. Деятельность по привлечению инвесторов также не отличается большой эффективностью. В результате деятельности общества в этом направлении – значит, заключены соглашения о сотрудничестве, о намерениях с потенциальными инвесторами. Однако, как мы здесь смотрим, пока, я подчеркиваю, пока ни одно из них не увлечет за собой обязательств реального инвестирования со стороны инвесторов. Общество совместно с корейскими и французскими партнерами учредили два общества. Вклад ООО КСК в уставной капитал совместных российско-французского предприятия составил 202 миллиона рублей, округляю цифру, и российско-корейского 15 миллионов рублей. Иностранные партнеры, учредившие вместе с ООО КСК обе дочерние компании, позицируют себя как потенциальные инвесторы проекта развития курортов на Северном Кавказе. Однако, как представляется, вся работа еще впереди. Итак, сегодня состоялось заседание коллегии. На заседании коллегии присутствовали представители самого общества. Практически было все руководство, начиная с исполняющей обязанности директора, его заместитель, главный бухгалтер, были представители ФСБ, были представители Генеральной прокуратуры, были представители МВД. В результате обсуждения вопроса на коллегии принято следующее решение. Направить письмо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации Государственную Думу, полномочному представителю президента в Северо-Кавказском федеральном округе Хлопонину, а также направить отчет и материалы проверки в Федеральную службу безопасности, Генеральную прокуратуру и МВД, и отчет направить в Министерство экономического развития. И последнее, на что я хотел бы обратить, уважаемые коллеги, ваше внимание. Все-таки в завершение мне не хотелось бы на такой вот пессимистической ноте завершать материал по данной проверке. Хотелось бы отметить, на это обратил внимание председатель счетной палаты, что проверка счетной палаты акционерного общества направлена на выявление нарушений, недостатков. И вот это выявление нарушений и недостатков должны способствовать не прекращению деятельности акционерного общества, а повышению эффективности его работы, устранению выявленных нарушений и наказанию виновных лиц. Решением коллегии счетной палаты запланирован постоянный мониторинг деятельности ООО КСК, то есть как будут исправляться наши замечания по материалам проверки. Необходимо отметить, что вот сейчас буквально позвонил мне присутствующий на коллегии исполняющий обязанности председателя садиков, напрашивается на встречу по формированию плана по устранению выявленных нарушений. Вот на этом я бы хотел и закончить. Спасибо. Спасибо, Сергей Анатольевич. Коллеги, пожалуйста, можете задать. Давайте начнем с вас. Да, да, вот.
Мария Зайцева, БКТВ. Сергей Анатольевич, мы все здесь журналисты, мы все приедем к себе в редакции и постараемся как-то ярко и броско сформулировать то, что вы сейчас сказали. И чтобы нам не сгущать краски, мне бы хотелось вас попросить, вот все то, о чем вы говорили, я понимаю, что это непросто, сформулировать в нескольких фразах, как бы из серии, что работа КСК неэффективна, они тратят деньги напрасно, или что-то вот в этом духе. Чтобы нам тоже можно было опираться на какой-то такой более конкретный выбор. Ну, вы понимаете, мы всегда ищем простые решения. Простые решения – это в себе иллюзия. Если мы сейчас рубанем, работа КСК неэффективна, и вся деятельность напрасна, и деньги выделены неэффективно, и из расходов не туда, куда нужно, завтра нужно это общество закрывать. Это не так. Ну, это не так. Это не так. Безусловно, работа велась. Я же вначале сказал о том, что много вопросов было не согласовано Минэкономразвитием, Министерством финансов и так далее. Не всегда те средства, которые выделялись, они выделялись в том размере, который необходим. Просто лоббирование приводило к тому, что зачислялись излишние средства. Ну, куда их можно удевать было? Естественно, на счета в банках, где начислялись определенные проценты. Доход шел на, так сказать, использование в рамках акционерного общества. В целом я бы отметил следующее, что ряд статей расходов общества был неэффективен, и мы это отмечаем. Есть перспектива работы? Я думаю, что она, безусловно, есть. Мы видим ситуацию на Северном Кавказе. Это один из перспективных проектов. Не случайно, так сказать, был проведен ряд совещаний под эгидой представителя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева, где отмечено направление его развития. Поэтому и мы исходим из того, что проект надо развивать, недостатки надо устранять, и усилить контроль за эффективностью расходов. А кто виноват, правоохранительные органы детально разберутся, все материалы мы предоставим, и виновные будут наказаны. Спасибо. Да, пожалуйста. Александр Самохолов, фронтовый. Сергей Анатольевич, я так понимаю, что речь идет об ущербе. В принципе, да? Сколько цифр, хотя бы на вскидку, денег, ну, нанесен ущерб, да? Чтобы вот какую-то цифру назвать. Значит, мы констатируем пока неэффективные расходы. А вот прямой это ущерб будет, будут ли там уголовные статьи или не будут, это пусть занимается правоохранительное. Ну, я же по статьям вам назвал, детально все назвал. Ну, что я буду повторять сейчас? Я вам назвал детально, на консультационные услуги цифры я вам назвал. Мы считаем, что эти расходы в целом носят неэффективный характер. Потому как я вам докладывал, видно из моего доклада, что они в каких-то частях, я уж сейчас осторожно говорю, потому что завтра же информация будет доведена до всего населения. Сегодня, да, извините, конечно, сегодня. Завышены. В каких объемах надо детально сидеть считать? Детально сидеть считать. Сжатые сроки прыг не позволили нам досконально разобраться. Какие завышенные расходы? Там, где они дублируют друг друга. Там, где есть повтор одних и тех же работ. Я же вам сказал. В каком объеме? Еще раз говорю, надо считать. Но они завышены. Я детально показал. Второе. Оправданность этих посреднических двух фирм. Насколько они оправданы? Ну, понятно, что когда касается там тех разработки проекта, безусловно, специалисты КСК это не могут сделать. Экспертиза. Тоже не могу. Картография и так далее. Но там есть еще другие моменты, они связаны с секретной частью. Когда не имея лицензии, я не стал об этом здесь говорить, в материалах это есть. Когда не имея лицензии, работы указанные оплачиваются, они не могут не оплачиваться, не приниматься. Но это по секретной части, пусть правоохранительные органы дадут им оценку. И другие моменты. Суммировать все деньги, ну нельзя кислое там с красным суммировать. Разные направления, расходы. Мы пока фиксируем. Неэффективные расходы по таким-то направлениям. Ну, и то, что Генпрокуратура дала, это оценила эффективность расходов, связанных с позицированием кластера, с перевозками, с поездками, с командировками, с проживанием, с обслуживанием и так далее. Когда хозяева автомобилей сдают автомобили в акционерное общество, потом их берут в аренду и получают же за это еще и деньги. Ну, это что, эффективные расходы, что ли? Но степень, еще раз подчеркиваю, ответственности, какая тут наступает ответственность, тут же надо еще учиться, что это акционерное общество, что нормативы расходов в акционерном обществе не устанавливаются не централизованно, не государством, они устанавливаются либо решением собрания акционеров, либо решением совета директоров. Таковы нормы закона в акционерном обществе. Поэтому здесь нужно эту специфику тоже учитывать. Поэтому тут дело за правоохранительными органами. Материалы мы все туда направим. Следите за ситуацией. Спасибо. Да, пожалуйста. Тартас, я, во-первых, хотела уточнить.
уточнить, это была первая проверка? Нет, это была не первая проверка. Значит, мы проводили проверку, она у нас была большая проверка, она называлась «Проверка эффективности использования государственных средств, выделенных на развитие особых экономических зон 6-11 годы». В связи с тем, что КСК было создано 30 декабря 2010 года, мы посмотрели один месяц 2010 года по закону о бухгалтерской отчетности. Этот месяц можно было пристегнуть к отчетности за 2011 год и посмотрели полгода 2011 года. То есть мы посмотрели самое-самое начало. Но уже тогда наша доля вот в этом большом отчете была небольшая, мы там отразили, но мы тогда уже обратили внимание на неэффективность вот этих трат. Эти же командировки, не в таких объемах, там всего-навсего было десятки миллионов рублей. Можно поднять отчеты старые, там есть все эти цифры. Но тогда нам что понравилось? Руководство КСК оперативно отреагировало, даже в рамках проверки подготовило приказ по устранению всех выявленных нарушений по указанию виновных лиц. И, честно говоря, мы тогда подумали и поверили, что процесс пошел в правильном направлении. Но, однако же, вот наша проверка по истечении полутора лет свидетельствует, что процесс шел так, как он шел. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо большое, Сергей Андреевич. Программа 10, телеканал «Россия». Вот два пункта любопытных. Это 65 почти миллионов рублей на командировки, как вы сказали, и 2 миллиона евро на оплату авиаперевозок членов совета директоров компании. Угу. Вот если уходить от цифр, шиковали, товарищи, вот о чем можно говорить? Это какой уровень жизни? Это 5-звездочный отель «Бизнес-класс» или это уже бизнес-джеты свои? И бизнес-класс, и бизнес-джеты, и все было. Шоковали, конечно, что там говорить. Ну вот один пример приведу, например, Давос. Значит, расходы на участие общества в Давосе составили 11,5 миллионов рублей. Были арендованы два автомобиля Mercedes с 24 по 28 февраля 2011 года. Для поездки из гостиницы до места проведения форума. Стоимость аренды общества обошлась в 11 135 швейцарских франков. Это как, шиковали или не шиковали? Судите сами. Ну и так далее. Там, например, в Дубаях там брались аэротакси. Стоимость услуги также была, измерялась в тысячах, 91,5 тысячи рублей. Но то, что вы отразили в СМИ, все подтверждается. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Алексей Кирсельский, спортсмен. Есть ли какие-то у вас данные по работе КСК в Олимпийском регионе и на Олимпийских аддиктах? КСК по работе в Олимпийском регионе не работал и в Олимпийских аддиктах не участвовал. Само КСК, как акционерное общество, да. Есть определенные задумки были, но не задумки увязать пост олимпийское, так сказать, стройки и использование объектов с деятельностью КСК. Но это пока еще проработки, может быть, и оправданные направления работы, потому что если развивать туризм, почему надо разъединять те объекты, которые были построены для Олимпиады, а после Олимпиады вопрос возникает, как они будут функционировать. Если уж развивать туризм, наверное, надо комплексно смотреть на весь Северный Кавказ. Я вот так думаю. Пожалуйста. Хотелось бы уточнить. Вы говорите о том, что 10 миллиардов было время свободных средств было размещено на счетах. Угу. И при этом инвестиционные действия было потрачено. Ваша расходка – это правомерно, каким образом использовать государственные средства на время? Отвлекая их на размещение, да? Безусловно, вы правы в одном, что это не соответствовало заявленным целям функционирования ООО КСК. Там нигде это не оговаривалось, что именно размещение. Но в связи с тем, что, я уже говорил, специфика ООО КСК является то, что оно является акционерным обществом, у них есть один разделчик, в том числе получение прибыли. И вот под это получение прибыли можно отвести все, что угодно. Сказать, что действовали они неправомерно, я сказать не могу, как юрист. Сказать, что они, вот эти расходы соответствовали целям заявленным, они, безусловно, не соответствовали. Вот, пожалуйста, у вас получается коллизия. За это наказать нельзя, за нецелевое расходование бюджета. Но оно тут не целевой расход, я же вам говорю, у них в уставе было предусмотрен вид деятельности, извлечение прибыли.
У них были свободные денежные средства. Они их размещали на получение прибыли. Вот и все. Другой вопрос. Надо было им столько давать этих денег, когда ряд проектов у нас на сегодняшний день недофинансированы. Может быть, они в других направлениях нужны были. Надо было детально посчитать Минфину и Минэкономразвитие и дать им денег столько, сколько их нужно. Тогда бы не возникало этой проблемы с избыточными деньгами. Куда их девать? И тогда бы соблазна не было бы не летать на этих самолетах роскошных. И то, что вы говорите, там суперджеты и все остальное. Да, спасибо большое. Есть вопрос? Пожалуйста, финансовый контроль. Сергей Анатольевич, вы считаете неэффективными средства, потраченные на рекламу, 800 миллионов рублей? Что там было рекламировано? Даже я даже концепции не понимаю. Ну, там не только на рекламу 800 миллионов рублей, это в том числе. На рекламу большие средства, безусловно, были выделены. И я с вами согласен, что эффективность этих средств очень и очень низка. Не утверждение концепции, а в это же время дается установка и выделяются средства на снятие фильма, на другие, на буклеты, там, на все. Но в какой-то степени, безусловно, рекламировать проект нужно, потому что иначе инвесторов просто-напросто не привлечешь. Возникает вопрос об объемах. Объемы, на мой взгляд, были завышены. Есть, пожалуйста. Хотел уточнить, есть какой-то документ, в котором прописано, сколько нужно тратить на поездку? Я же вам привез. Опять же, здесь дилемма получается. Понимаете, это акционерное общество. Нормативы расходов в акционерном обществе на командировки утверждаются, опять же, советом директоров. Они сами принимают это решение. Это вытекает из норм закона об акционерных обществах. Но в связи с тем, что я вам все же сказал, что из федерального бюджета было выделено 14,8 миллиарда рублей. Пусть они были выделены не прямо ООО КСК, они были опосредованно выделены в уставной капитал через ООО «Особые экономические зоны» и потом выкуплены до пакет акций, там был выкуплен. Но это деньги федерального бюджета. И мы взяли и сопоставили с нормами, которые выделяются для командировок федеральных служащих. Они несопоставимы. Просто несопоставимы. Десятки. Десятки, а можете... Десятки. Переходящие. Десятки переходящие сутки. Ну... Интересует еще что-либо вас, уважаемые коллеги? Нет больше вопросов? Большое спасибо. Ждем вас в следующий раз. Спасибо. Спасибо вам. Вам спасибо.